Я все больше и больше передаю в рамках даже этой конституции полномочий на губернаторов и на правительство. Постепенно, спокойно, начиная от методов форм управления до решения земельных вопросов. В областях Минске созданы и расширяются диалоговые площадки по вопросам предстоящей конституционной реформы. Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить. Для этого надо создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта. Поэтому диалоговые площадки должны быть опущены как можно ниже к народу. Сегодня парламент собирает предложения по Конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа результата такого не даст, как вот этот диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы там, мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента. И вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества.